Здравствуйте, уважаемые зрители! Рады приветствовать вас на нашем канале. Как улучшить здоровье артерий? Корица в сочетании с канаречником канарским поможет очистить артерии. Не вся еда одинаково полезна для организма. Ряд продуктов, если ими злоупотреблять, могут даже нанести вред вашему здоровью. Стенки артерий засоряются, снижая кровоток, что ухудшает работу всего организма. Поэтому крайне важно регулярно очищать сосуды. Одним из эффективных средств является рецепт и корицы, и канаречника канарского. Сегодня мы вам о нем расскажем. Одними из самых ярых загрязнителей артерий является холестерин. Он оседает на стенках, снижая проходимость крови. Также пагубно на артерии влияет курение, лишний вес, гипертония и стресс. Жирные и сладкие продукты очень негативно сказываются на состоянии артерий. Такие продукты, как мясо, яйца, молочные продукты и трансжиры, при их чрезмерном употреблении, ухудшают здоровье сосудов и артерий. Однако, если их есть в меру, сочетая с овощами и зеленью, то ваше самочувствие не пострадает. Очень важно отказаться от продуктов с содержанием консервантов. Их можно заменить рыбой. В таких жирных сортах, как скумбрия и форель, содержится много полезных омега-3, способствующих укреплению артерий и сосудов. Также важна физическая активность для поддержания здоровья артерий и всего организма в целом. Любые полезные привычки и активные хобби улучшают кровообращение и самочувствие. Помимо этого существуют и продукты, улучшающие артериальное здоровье. Например, овес и овощные или фруктовые смузи богаты различными витаминами и полезными элементами, способствующими укреплению стенок артерий. А чаи на основе лекарственных трав снижают закупорку сосудов и являются профилактикой различных воспалений. К тому же они способствуют сжиганию жира и похудению, что также идет только на пользу артериям. Мы предлагаем вам попробовать очищающий напиток из канаречника канарского и корицы. Семена канаречника славятся своими лечебными свойствами. Наиболее благотворно они влияют на кровеносные сосуды, артерии и наши фильтры организма, почки и печень. Корица в этом напитке не только улучшает своеобразный вкус канаречника канарского и придает оригинальный аромат, она также снижает холестерин и сахар в крови, что очень важно для здоровья артерий. Для приготовления настоя необходимо в 200 мл кипящей воды добавить половину столовой ложки семян канаречника и проварить на медленном огне в течение 5 минут. Затем добавляем половину палочки корицы и варим еще 10 минут. Далее осталось только остудить готовый напиток. Употреблять его рекомендуется через день. Данное средство доступное и абсолютно натуральное. Регулярное его использование поддержит ваши сосуды в здоровом состоянии и предотвратит серьезные заболевания. Ведь сердечно-сосудистые болезни являются одной из основных причин смертности всего населения. Очень важно заботиться о своих артериях. Для этого следует употреблять полезные продукты, исключить вредные и заниматься спортом. А в качестве поддерживающей профилактики рекомендуем воспользоваться напитком на основе корицы и канаречника. И, конечно, не стоит игнорировать профилактические осмотры и регулярно проходить обследование состояния артерий. Этим вы убережете себя от возникновения различных заболеваний и продлите жизнь.